Смоленске состоялась первая игра отборочного этапа областной игры КВН на противопожарную тематику, которую ежегодно проводит Смоленское областное отделение ВДПО при участии территориальных подразделений МЧС России и районных органов образования и культуры. 14 команд, представлявших школы областного центра, соревновались за выход на областной этап. Председателем жюри выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Смоленску Андрей Носов. В начале игры он обратился к участникам с приветственным словом. Приятно то, что все больше и больше, большее количество команд принимает участие в нашем прекрасном конкурсе. Значит, поэтому я предлагаю внимательно смотреть все выступления и не мешать, так как народу много, команд много, я думаю, к концу уже все устанут. Но внимательно досмотреть, уважать соперников. Желаю всем удачи. Пожар – дело серьезное, и на первый взгляд здесь не до шуток. Но КВНщики считают, что именно в шуточной форме информацию донести легче, так, чтобы ее запомнили другие ребята, особенно младшие. Вообще для всех людей это очень важно, потому что есть некоторые там дети, которые не понимают и могут там, ну, что-то по случайности сделать, и потом происходят большие массовые там... потери. Конечно же, это важно. Дети должны понимать, что пожар, ну, что это все не шутки, чтобы они осмысливали, хоть и маленькие, но это будет как-то их... Они будут понимать, насколько это важно. Игра состояла из трех конкурсов – приветствия, стема и музыкального задания. В легкой, доступной и по возможности юмористической форме ребята говорили о причинах пожаров, о методах их устранения и предотвращения. По мнению компетентного жюри, лучше всех это сделала команда «Горячие штучки» средней школы номер 28. Школа 28 вам представляет нашу команду. Пусть все это знают. Самые умные и креативные. Все музыкальные мы и спортивные. Как мы живем и как отдыхаем. Что мы умеем, о чем мы мечтаем. Наш девиз. Чтоб победить, надо не расслабляться. В честной борьбе за победу сражаться. Второе место заняла команда 01, представлявшая школу номер 6. Третье место поделили команды школ номер 19 и 37. Команды-призеры станут участниками областного этапа противопожарного КВН.